Доброе время суток, дамы и господа. С вами Юрий Тенман, Картина ТВ, вопросы и ответы. Если с играми сборных команд, ну, мы говорим с вами о футболе, у нас у Картины ТВ возникают огромные сложности в том отношении, что игры Лиги Наций, к сожалению, никто практически не показывает. Все это ушло в платный контент, и очень сложно где-то выбрать хоть один-два матча для того, чтобы вам показать, то вот с европейскими кубками дела обстоят просто замечательно. На этой неделе большой футбольный праздник. У всех в Европе одновременно будут сыграны матчи и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы, и даже Лиги Конференций. И очень многие игры мы с вами увидим. Прежде всего, конечно, это особый интерес и наша особая любовь, это к Лиге Чемпионов. Матчей будет много. Игры начнутся во вторник, и, как всегда, показывать их будут два канала: Сетанта Спорт 3 и азербайджанский канал ITV. Для тех, кто не знает, Сетанта Спорт 3 находится в папке спортивных каналов, а азербайджанский канал представлен в национальных каналах или интернациональных, я не помню как точно, легко найти. И матчи будут показаны иногда параллельные, к сожалению, один и другой канал их дублирует. Единственное, что на одном идут с русскими комментаторами, а на другом с более эмоциональными азербайджанскими, которые комментируют просто замечательно на азербайджанском языке, но вот по эмоциям они намного превосходят русских комментаторов с канала Сетанта Спорт 3. Но что же мы увидим? Итак, уже во вторник мы увидим три матча. Два матча будут показаны по Сетанта Спорт. Это Штутгарт будет принимать пражскую Спарту, а Арсенал лондонский у себя дома в Лондоне примет ПСЖ, французский Пари Сен-Жермен. Значит, что я могу вам сказать, друзья мои? Эти матчи будут просто замечательными, игры будут очень интересными. Я по традиции не называю время показа, потому что понимаю, что в каждой стране смотреть их будут в разном часовом поясе. А также зная, что эти матчи вы всегда можете посмотреть в архиве в течение двух недель, которые Картина ТВ вам выкладывает. Дальше по каналу ITV также будет показана одна игра Лиги Чемпионов. Ливеркузинский Байер будет принимать итальянский Милан. Игра будет отличная. В среду по Сетанта 3 мы с вами увидим один матч Лиги Конференции. Это Башакшешир, клуб малоизвестный, турецкий. Но вот он пробился в Лигу Конференции, он будет принимать австрийский Рапид. Также мы увидим матчи Лиги Чемпионов по Сетанте 3. И это будет прежде всего вызывающий, наверное, у многих интерес матч Шахтера Донецкого с итальянской Атлантой. И по каналу ITV мы увидим с вами матч Астон Вилла, английская Бавария. Матч будет тоже очень интересный. Также этот матч Астон Вилла и Бавария, ну и так же как Ливерхузенский Байер и Милан, можно будет продублировать и посмотреть на канале Сетанта Спорт с русскими комментаторами. Следите и там, кому какие предпочтения по душе, приходите и смотрите на одном или на другом канале. Что касается четверга. Итак, в четверг, друзья мои, в четверг мы увидим матчи Лиги Чемпионов. Прежде всего, это по Сетанте Спорт. И мы увидим с вами матч Лиль, французский Реал мадридский, а также Ливерпуль-Болонья. Увидим, как в Лиге Европы играют два матча. Ференцварош примет английский Тоттенхэм. Я знаю, что у английских клубов очень много болельщиков. А также Порто, португальский, сыграет дома с Манчестер Юнайтед. Игра обещает быть шикарная. Это Лига Европы. А также мы с вами увидим по каналу ITV, по азербайджанскому, аж две игры Лиги Европы. Две игры турецких клубов. Ну, Азербайджан по традиции особый интерес питает к турецким командам. И мы увидим две игры в гостях турецких клубов.
две игры в гостях турецких клубов. Твенте голландский примет Фенербахче, а Рига, рижский клуб Ригас футбола, примет Галатасарай. Вот это то, что мы с вами увидим на этой неделе. Матчей много, матчей на любой вкус. Я думаю, все мы получим огромное удовольствие. С вами, как всегда, был я, Юрий Тенман. Оставайтесь с Картиной ТВ, это лучшее телевидение на свете. До новых встреч!